Мы вынуждены вновь прервать наш выпуск новостей для передачи ключевых положений выступления Владимира Ульянова, известного также как Н. Ленина, в актовом зале Смольного института на втором съезде Советов только что примерно в 2 часа 45 минут. Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная Третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. Конец цитаты. Далее в своем выступлении Владимир Ульянов Н. Ленин продолжал. Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленные перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих удельных и монастырских земель в распоряжении крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение. Съезд постановляет, вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить подлинный революционный порядок.